Сейчас вокальное произведение, два вокальных произведения. Романс «Калитка». Авторство приписывается Александру Обухову, но на самом деле подлинным автором музыки этого романса был Всеволод Иванович Буюкли. Ну, просто в XIX веке так вот сложилось, что про него мало было известно, а Обухов немножко обработал этот романс, и вот за ним закрепилось авторство. Очень часто этот романс мы все знаем по первой строчке «Отвори потихоньку калитку». И сейчас этот романс прозвучит в исполнении Александра Питта. Партию виолончели исполняет Максим Золотаренко. Партия фортепиано Дина Дидякина. А вторым произведением, которое исполнит Александр, будет тоже очень известная во всем мире «The Shadow of Your Smile» – «Тень твоей улыбки» Джона Мендела, который был лауреатом премии Грэмми и Оскара. Лишь только вечер затеплится синим, лишь только звезды зажгут небеса, и черемок серебряный иней жемчугами украсит роса. Сейчас, когда я вспоминаю весну и то безмерно
безмерную радость, которая может принести любовь, я буду вспоминать тень твоей улыбки. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and the light of the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you to me. A wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. No wonder I remember spring, all the joy that love can bring. I will be remembering the shadow of your smile.